приглашается председатель Ассоциации корейцев Казахстана Шин Юрий Германович. Председатель Совета директоров акционерного общества «Каспиан Групп». Ваши аплодисменты. Цхай Юрий Андреевич. Член Совета директоров акционерного общества «ЦАЭК». Участник образовательного проекта «Ай Танат» Хан Сергей Владимирович. Было, много было разговоров вокруг этого форума, как вообще, для чего мы это делаем, как мы сможем объединить там малый бизнес, средний и крупный, потому что все корейцы индивидуалисты, и мало кто хочет вот так вот чем-то делиться, чем-то, какой-то информацией, опытом. И все нам говорили, что на форум никто не придет, навряд ли мы сможем собрать спикер, навряд ли мы сможем собрать средний бизнес. Но однако же вот результат показал, что действительно, общество созрело наше, чтобы объединять и мелкий, и средний, и крупный бизнес в одну единую структуру под ассоциацией корейцев. И это, наверное, исторический прорыв был. Форум, в первую очередь, поставил задачу поиска прогрессивной деловой молодежи среднего поколения, которые возьмут дальше продолжать дело, которое начинала ассоциация на протяжении 3 десятилетий. И отрадно дух захватывал от масштаба проводимого, от поднимаемых вопросов, от представительства. Тот, кто, наработав опыт и создав уже твердый свой бизнес, делился опытом с начинающими. Прошедший бизнес-форум, организован Ассоциацией корейцев Казахстана, я думаю, что это такая платформа и площадка для ребят, которые хотят действительно задать высокую планку, у которых есть действительно масштабные амбиции, развить свой бизнес до такого уровня, как вот спикеры, которые присутствуют на бизнес-форуме. То есть это живые, яркие, настоящие примеры, как можно от нуля достичь высокого-высокого полета. И я думаю, что данные платформы и площадки, они не только в бизнесе помогают, они в принципе в своей деятельности, в профессиональной карьере, в построении определенного дела помогают. Почему? Потому что они делятся теми кейсами, именно лайфхаками, которые тебе, возможно, скоротят вот этот путь, ты быстрее придешь к нему. И я прям вдохновился, и были такие спикеры, от которых я даже и прослезился, потому что бизнес — это же не только про деньги, бизнес — это и про ценности с родителями, с друзьями, с своим окружением. Вот этого я себя, многие даже записал заметки, инсайты, которых я буду своим дальше транслировать студентам, своим обучающим, для которых я лекции читаю, и я постараюсь это дальше донести до тех, кто не смог присутствовать. Вот это я считаю важно. Если я дальше донесу до молодых ребят, да, то, что я получил там, это будет круто. Мы все казахстанцы должны сделать все возможное, чтобы Казахстан действительно был процветающей страной. А для этого у нас есть абсолютно все ресурсы. Молодежь, которая сегодня команда во главе с председателем Ассоциации корейцев Казахстана Юрием Германовичем. Она действительно такая мобильная. Все делается в ногу. И нам, конечно, это просто в радость, что сегодня вот такая у нас славная молодежь. И я в восторге. Удачи, успехов. И пусть следующие мероприятия, следующие дела, они только будут вдохновлять всех казахстанцев. Формат очень новый, но формат, я считаю, очень успешный, и впечатления остались самые такие, которые мы, в принципе, и не ожидали. Были такие великолепные спикеры, тематика выступлений была очень интересная. Я, например, вернусь к себе в Павлодар, и наших всех предпринимателей надо подтягивать. Обязательно расскажу, вот я уже разместила в соцсетях наших видеоролик о этом мероприятии, чтобы как можно больше людей увидели это. Во-первых, масштабность вот этого бизнес-форума. Предпринимателю что, ему нужна выгода? Общественнику нужна какая-то работа. Ну, общественников мало, я сам по себе просто общественник, я не предприниматель. А для своих предпринимателей я хочу донести то, что для них это выгодно. Это административный ресурс, это юридическая защита, это связи, это отношения. Вот, допустим, тот же бизнес-форум, который проходил, даже сама организация, то, что это было на уровне там, обеды, ужины, кофе-брейки. Я же говорю, что это на уровне больших корпораций было проведено. Я говорю, как общественник, для меня большой авторитет – это Юрий Андреевич. Я сам бывший тренер, да, это человек, который, вот я на него… Он для меня авторитет. Как спикер, да, это для меня вдохновение такое, да, что он простой тренер, и вот он достиг каких-то высот. Да, он
по натуре он тоже, допустим, как я, не предприниматель, но он вот именно вот это может организовать, да? А для предпринимателя, для малого бизнеса, для среднего, Сергей Владимирович, это я 100% знаю, что они на него посмотрели, и они так вдохновились, они начали пересматривать свои бизнес-проекты, свои кейсы, свои проекты, свое видение на будущее, они начинают пересматривать. Вот оно, вот это важно. Каждый регион приехал еще со своей командой, да, с членами правления, с активом своим. Я думаю, что это большой плюс. Почему? Потому что они тоже должны видеть такие мероприятия. Должны не то что видеть, а должны присутствовать и принимать участие в этих мероприятиях. Здесь были представители молодежи, что и их было большинство, что радует. Да? Почему? Потому что мы всегда говорим на разных уровнях о преемственности поколений. Это очень важно, потому что вот когда собираются все возрастные группы, вот именно там молодежь воспитывается, они учатся, да, чему-то. Ну и старшие поколения чему-то учатся у молодежи, это же здорово. И как результат, вот единство, это очень важно, в единстве наша сила. Это девиз Ассоциации корейцев Казахстана. И все то, что мы делаем от мала до велика, это для развития экономики нашей страны. Мы говорим о том, что Казахстан – это наша родина, это наш общий дом. Поэтому я хочу, чтобы действительно Казахстан процветал. Нужна организация, которая будет отстаивать ваши интересы. Нужна организация, которая будет консолидировать все наши бизнес-вопросы. И сегодня это та площадка, которая, можно сказать так, зарождает семя для ежегодного бизнес-форума, который будет отстаивать наши интересы, в котором мы будем презентовать наши новые проекты, благодаря которым мы будем гордиться тем, что мы корейцы, и мы еще раз будем видеть, что наш этнос идет правильное направление. Здоровая преемственность поколений. Это о многом говорит, это дает большие перспективы. Это значит, что мы, ассоциация идет вместе с политикой нашей страны, что новый Казахстан, новое движение. Направление нашей программы – это усиление роли Ассоциации корейцев Казахстана в осуществлении политических и бизнес-реформ. Наша главная цель – стать полноправным участником построения нового справедливого Казахстана. Все говорили о том, что мы должны Казахстану, нашей казахской земле, потому что нам это завещали предки. Это было лейтмотивом. Приехал сюда, как бы, чтобы самому зарядиться и как-то расшевелить наше корейское сообщество Мангыстауской области. Бизнес-форум, я думаю, что сейчас принесет очень много пользы как для бизнесменов, уже набравших такой уровень высокий, чтобы поделиться опытом с регионами, с представителями предпринимательства нашей среды. То есть была консолидация гражданского общества, в социальной сфере, в исполнительной, представительной власти ли сидела аудитория бизнеса, но мы все говорили на одном языке. Новое поколение сейчас, оно уже сформировано по-другому, с новым взглядом, с новым видением, и они преданы там своему этносу, насколько преданы своему бизнесу, чтобы его дальше развивать. И почему мы сегодня консолидируем предпринимателей? Для того, чтобы мы были в курсе информации, раз. Второе, как попасть в этот проект? У нас будет самый короткий путь. Третье, руководитель региона сейчас может собирать всех и сказать, что у меня есть решение для вас. Вы можете коммуницировать, вы можете заключать эти контракты. Благодарны за такую возможность, скажем так, вот такого нетворкинга, обмена деловыми отношениями, связями. Я думаю, что это мероприятие в последующем даст очень большой резонанс в целом по стране. Скоро будет еще один прорыв. Но форум не завершается. Давайте поблагодарим наших многоуважаемых.